Дыхание где-то рядом вновь уводит мечты. Дай же мне знак, что на волне мы одной. Дай в этот омут занырнуть с головой. И если это сон, то я бы впредь остался бы в нем, где мы с тобой отныне навечно вдвоем. Йо-йоу, всем привет, всем здравствуйте, дорогие друзья и зрители моего канала, с вами кто? Вот он. И к Бартушка, братушка, да, ваш любимый. И сегодня у нас прекрасный трек на заценник, который мне заказал Воин Архата, и у него 4 заказа, да, на этого прекрасного исполнителя Вайтария. Я ставлю лайк, 151, между прочим, мой 151 лайк. Рэп, значит, у нас называется, да, Вайтария. Марин Китагава, это фарфоровая кукла, влюбилась рэп по аниме. То есть, есть же такое аниме, фарфоровая кукла, вот походу это она, да, главный герой. Вот хоп, перемещаю вам вот сюда, смотрите, у нее лицо ля какая. Ух, красивые глаза, конечно, да. Блин, ну сама по себе очень красивая, блин, ну аниметянка, что можно сказать. Вот такая же, в принципе, как красивая, как вот эта вот, ребят. Что-то схожее у них есть, друзья мои. Волосы вроде одинаковые, да? Да и сама по себе вроде красавица, да? Смотри, ля какая, а? Друзья мои, красивая? Напишите в комментариях, как вам вот эта тяночка, эта тяночка. Сравните их двух и напишите, кто красивее. Напишите. Вот я показываю. Ля какая. Вот, ребят, кто что знает про эту тянку, кто что знает про эту тянку, напишите в комментариях, будет интересно почитать. Но Воин Архата заказал этот трек, еще 3 помимо этого, и это замечательно, да, это потрясающе, мы будем слушать, мы будем кайфовать, мы будем наслаждаться, и этот автор мне нравится. Да, в прошлый раз я слушал у него работу про величайшего оверлорда, это было сногсшибательно. Здесь, наверное, будет другая атмосфера, да, все-таки здесь персонаж, но все-таки не божина, да, не Всевышний, который спустился к нам здесь. Какая-то он стяночка, наверное, песня будет про Марина Катагава. И посмотрим, кто она, кем она является, какой будет трек и какая харизма будет в этот раз у нашего любимого, ну, не любимого, но прекрасного, уважаемого исполнителя. Посмотрим, да, Вайтария, что сделать. Смотри, растет. Как я его начал смотреть, было меньше 1000 подписчиков, сейчас, здравствуйте, уже 1180 или 1000, ну, короче, больше 1000 подписчиков, однозначно это хорошо. Давай поспорим. Всем приятного просмотра, всем приятного аппетита, само собой, естественно, попью перед тем, как начать смотреть. Ой, кайф. Давайте погружаться в эту топовую, надеюсь, атмосферу. Посмотрим, что нас ждет. Навесить громкость с самого начала, само собой. Погнали вот с этой тяночкой наблюдать за этим всем. Let's go! Такая грустная музыка, не грустная, а такая, знаешь, романтическая, я бы сказал. Какая-то романтическая музыка, наверное, она подчеркивает то, что эта девочка любит романтику. Ну, она тяночка, ей можно, в принципе, да. Разные бывают тянки, есть агрессивные, есть добрые, есть милые, есть любимые. Она, наверное, входит в то число любимых, красивых, невероятных, сногсшибательных, да. И у нее, наверное, поклонников очень большое количество, да, вот у этой тянки. Или же это не та тянка, это ее, может, какая-то сестра. Возможно, всякая, но что я вижу? Тут красивая картинка, от сердечки летают рядом, да. То есть какая-то любовная атмосфера уже проникается прям ко мне в душу. Это хорошо, такое я тоже люблю. Давай. Нормальное вступление, 34 секунды, да, как бы просто любовной музыки. Ну, знаешь, дает атмосферу, да, такой, приготовьтесь, говорит, низкий старт взяли, подготовились, и сейчас просто на счет 1, 2, 3 стартуем. Посмотрим. Ее губы так манят, я будто на грани, пусть этот миг меня вновь не обманет. Так, поется про эту девочку, в общем-то понятно, поется о том, что она невероятно сногсшибательная девочка,
которая не то что тебя манит, к тебе она просто притягивает своей красотой, да, вот этими глазами, волосами, ушами, внешностью и вообще вот этой атмосферой, да, вот этой вот прекрасной леди, она тебя тянет. Пока что песня понятна, о чем идет речь. Хорошо, хорошо, понятно. Let's go дальше. Тону в океане своих ожиданий, пока ее губы так манят. Ее губы так манят, я будто на грани. И пусть этот миг меня вновь не обманет. Тону в океане своих ожиданий, пока ее губы так манят. Блеск звезд в глазах, нет слов сказать. Как же ты красива, яркая, словно гроза. И будто время миг застыло, пока рядом с тобой. И как же сложно сделать шаг, ведь я совсем не герой. Ну это понятно, это всегда вот эта стабильная типичная ситуация, когда даже в реальной жизни, как мне сказал сам Вайтари, он всегда пытается вот эти треки сопоставить как бы с реальной жизнью, да, вроде вложить смысл аниме, да, персонажа или же аниме истории какой-то, да, но в то же время вложить частичку самого себя, да, и эта частичка самого себя вытекает вот в такое, что я вижу это и в реальную жизнь можно это как бы переключить, да, что видишь такую сноку ошибательную, невероятную, красивую девушку, и черт возьми, ну я же не герой, как я могу к ней подойти, она сильно хороша для меня. Вот такие вот мысли у многих же действительно есть. А есть люди пофигисты, понимаешь, у меня у самого лично есть такие знакомые, которые просто просто открываю дверь, просто с двух ног захожу, как говорится, знакомлюсь с любыми девушками, которые вижу. Есть такие знакомые. И это очень героические люди, я бы сказал, да. Но большинство, на процентов 60, ну хотя я не знаю, можно ли так сказать, все люди абсолютно разные, вот не смогут подойти, да, к красивым барышням познакомиться, потому что страшно, да. Что касается Татьянки, да, ее восхваляет, да, Вайтари, он ее прям сногсшибательно считает, да. То есть она ему реально понравилась, наверное, он смотрел это аниме, такой, ну, бляха-муха, ну чертовка, красивая. И глаза у нее шикарные, да, блестят, мерцают, как звезды в этом прекрасном небе, я, да, можно так сказать. И рот у нее красивый, и волосы шикарнейшие, да, и фигура отличнейшая. Просто в этой тянке нет как будто бы изъянов, да. И казалось бы, эта история, наверное, про то, что она невероятно красивый и невероятно привлекательный персонаж. Вот просто даже когда мимо проходишь нее, невозможно на нее не посмотреть, да. Наверное, это аниме за счет этой тянки привлекает, да. Потому что, наверное, поклонников у этого аниме достаточное количество, как бы, большое, да. Вот у этой тянки настолько же поклонников, да. Потому что это же тоже популярное аниме, да. Евангелион, я так знаю, да, понял. Тоже достаточно популярная тянка. И вообще, очень же многие обращают внимание не на персонажей, да, а на определенных красивых тянок в аниме-сферах. И, конечно, авторы постарались сделать вот такого вот мини-ангелочка в этой аниме-истории. Молодцы! Молодцы, однако. Давай слушать дальше. Просто идет время незаметно, когда я слушаю этот трек, хорошо? Нет слов сказать, как же ты красива, яркая, словно гроза, и будто время миг застыло, пока рядом с тобой. И как же сложно сделать шаг, ведь я совсем не герой. Я будто верю, что с тобой мы из разных планет. Ты же тот тайтл, что с обложек всех журналов, газет. И словно легкий бриз, что дует, чтоб спасти. Ой-ля-ля, это кто? Это что за девочка, а? Посмотри, Мона, дружище, ты любитель фиолетового цвета. Ну согласись, смотри, ну это твой прям, знаешь, не знаю, это твой стимул, я не знаю, да, твоя система координат в этом мире, вот такая вот, я думаю, тебе как раз подойдет, Мона, дружище, ты посмотри, глаза фиолетовые, волосы фиолетовые, костюмчик-то фиолетовый, да, она создана для тебя, дружище, ты уже на низком старте встал, да, иди задумайся насчет этой тяночки, да, отпечатай ее на подушке и сфотографируй для меня ее. Ну, мне кажется, она твой идеал, да, в плане 2D мира тянок. Само собой, естественно. Это все шутки, прибаутки. У нас такие шутки, друзья мои, кто не понимает, просто надо быть в телеграме моем, да. Давай дальше. Пока что все понятно. Откуда эта тяночка тут взялась? Обычно вот история была же про эту тяночку, да, тут херак, резкое переключение на ту тяночку. Интересно. Твоих ожиданий, пока ее губы так манят. Блеск звезд в глазах, нет слов сказать.
Как же ты красива, яркая, словно гроза, и будто время миг застыло, пока рядом с тобой. И как же сложно сделать шаг, ведь я совсем не герл. Я будто верю, что с тобою мы из разных планет. Ты же тот тайтл, что с обложек всех журналов, газет. И словно легкий бриз, что дует, чтоб спасти от жары. Твое дыхание где-то рядом вновь уводит мечты. Дай же мне знак, что на волне мы одной. Дай в этот омут занырнуть с головой. И если это сон, то я бы впредь остался бы в нем. Ну естественно, ну как вот, наверное, у всех была такая ситуация, что вы такие во сне, у вас все хорошо, это не сонный паралич, это реальность, да, реальная история, и вам все хорошо, вам замечательно, вы погрузились в эту историю, вы просто живете там, да, вы, нифига себе кадр, нормальный кадр, мне такой нравится, то есть это вот, да, энергия такая, что вы не хотите из этого сна выходить, и вот реально, как нам сказал вот Вайтария, реально в этом сне хотелось бы как бы остаться на всю оставшуюся жизнь, ёпты. Но ях, на самом интересном моменте, на самом сногсшибательном, не знаю, просто искра, когда уже накалилась настолько, что ты вообще думаешь, я сейчас влечу туда. Будильник, вставай, заебал, блядь, это все сон, это все неправда, да, и ты думаешь, бляха-муха, ну ё-моё, ну как всегда, на самом интересном месте. У кого была такая история, напишите потом в комментарии. Давай дальше. Кадр, конечно, это, да. И в этот омут занырнуть с головой. И если это сон, то я бы впредь остался бы в нем, где мы с тобой отныне навечно вдвоем. Губы так манят, я будто на грани. И пусть этот миг меня вновь не обманет. Тону в океане своих ожиданий, пока ее губы так манят. Ее губы так манят, я будто на грани. И пусть этот миг меня вновь не обманет. Тону в океане своих ожиданий, пока ее губы так манят. Ну молодец. Мне понравилось то, что я, ребят, услышал. Мне понравилось. Да, простенькая песня, но, ребят, не везде же надо там просто, я не знаю, вкладывать смысл. Вот эта песня просто на чил, на расслабон вообще изящно подойдет. Вообще изящно. Получил атмосферу такую нормальную, хорошую. Не надо задумываться, не надо погружаться, не надо разбираться. Здесь вот прям просто на вот таком расслабоне чили с кайфом послушали, отдохнули, кайфанули, не знаю, да. То есть мне нравится. Просто он сказал нам, что персонаж невероятно красивый, она настолько хороша, что, блин, кажется, что она там с этих, с книг, с обложек журналов, Фобса, там, не знаю, вот это вот тянки, самые красивые, самые универсальные, самые талантливые тянки, что она настолько хороша, что к ней страшно подходить, да, что я не уверен в себе, но, блин, и когда он с ней находится, это все время кажется, как будто бы это сон, и он не хочет оттуда выходить, и не дай бог это сон. То есть, понятно, восхваление этой тянки идет в какие-то невероятные космические высоты, туда ближе к квазару, да, вот туда куда-то надо курс держать, да, по обаянию этой тянки. То есть, он сказал, что она невероятно красивая, невероятно роскошная и сногсшибательная, и не одна одна, то что в этом кадрах нам показали несколько тянок, вот одна из них, потом еще одна будет, то есть много тянок красивых в этом аниме, и это аниме, наверное, этим и цепляет за счет своих персонажей, харизматичных, невероятных и в первую очередь очень красивых, потому что мальчик тоже, естественно, очень красивый, вот в том кадре был показан, и я не скажу, что он какой-то неполноценный, нет, отличнейший, прекраснейший персонаж, ля, посмотри-ка эта пара, замечательный, замечательный, но он просто, знаешь, у него такое состояние просто... Ну, у него дрожит от того, что он с ней находится, потому что он не верит своему счастью. И это, ребят, потрясающе. С вашего позволения еще раз прослушаем, насладимся этой невероятной атмосферой еще раз и музыкой в первую очередь, потому что это кайф, друзья мои. Давай еще раз. Этот трек пролетит очень быстро. Давай. Ее губы так манят, я будто на грани. И пусть этот миг меня вновь не обманет. Тону в океане своих ожиданий, пока...
такая любовь и так манит, ее губы так манят. Я будто на грани, и пусть этот миг меня вновь не обманет. Тону в океане своих ожиданий, пока ее губы так манят. Блеск звезд в глазах, нет слов сказать. Как же ты красива, яркая, словно гроза. И будто время миг застыло, пока рядом с тобой. И как же сложно сделать шаг, ведь я совсем не герой. Я будто верю, что с тобою мы из разных планет. Ты же тот тайтл, что с обложек всех журналов, газет. И словно легкий бриз, что дует, чтоб спасти от жары. Твое дыхание где-то рядом вновь уводит мечты. Дай же мне знак, что на волне мы одной. Да и в этот омут занырнут с головой. И если это сон, то я бы впредь остался бы в нем, где мы с тобой отныне навечно вдвоем. Губы так манят, я будто на грани. И пусть этот миг меня вновь не обманет. Тону в океане своих ожиданий, пока ее губы так манят. Ее губы так манят, я будто на грани. И пусть этот миг меня вновь не обманет. Тону в океане своих ожиданий, губы так манят. Ну это хорошо было. Ребят, ну вот это вот да. Вот это вот атмосфера чила, уютности какой-то, да. Любви, обаяния. Вот что-то такое вот Вайтария сделал для нас. Вот эта атмосфера, вот такая вот, которая, наверное, сущна многим и многим людям на нашей планете. Но в первую очередь это история об этой прекраснейшей девушке, Тяночке, которая, черт возьми, невероятно красива и прекрасна. Эта история абсолютно вся про нее. Это история про то, как сложно, черт возьми, пересилить эти границы свои, чтобы сделать этот ключевой шаг и приблизиться к ней как можно ближе. Это сделать очень сложно. Но я думаю, у этого парня все получилось. У этого парня все получилось. Трек обаятелен, трек сногсшибателен. Я не знаю, да, может быть, там по смысловой нагрузке нет ничего такого, но здесь это и не нужно, друзья мои, ну зачем? Зачем? Показана вся красота этого аниме, вся изобилие тех или иных тянок, изобилие невероятных кадров из этого аниме. Что еще надо, казалось бы? Мне всего хватило. Мне всего хватило. Я насладился вот этими всеми видами невероятных тянок, невероятным текстом, да, который просто делает вот из этой тянки какую-то сногсшибательную тянку, да, которая вообще просто за гранью, да, красоты и вообще всего. И мальчик аж трясется при мысли, что он может там подойти. Хотя по кадрам кажется, что он уже находится очень рядом к этой тянке, да. Но вот так вот Вайтария нам показал харизму данного человека. Мне все понравилось, друзья мои. Понравилось ли вам? Напишите в комментариях. Мне кажется, такие треки тоже должны быть. И они не мешают быть их и другим трекам, да, которые там наполнены невероятным смыслом, отсылками и так далее. Хотя здесь, я более чем уверен, само собой, тоже вложена душа. И есть какие-то некие отсылки на это аниме, само собой. Вот эти мелкие подчеркости и так далее. 100% тут они есть. Так что я ставлю этому аниме, как всегда, лайкосик, напишу добрый комментарий, 100%, и, конечно же, надо, чтобы вы написали, поддержали, подписались на него, потому что Вайтария это начинающий, ну, уже не начинающий, но он делает топ-музыку. Топ-музыку. У меня уже достаточно реакции на этого чела, я могу судить. Так что с каждым прослушиванием я все по-новому открываю. Хоп, оно так настроение дает. Здесь он так настроение берет. Там грустно, тут весело, романтично. Оверлорд агрессивно, да, с девушкой он там исполнял рэп. Кто не видел эту реакцию, посмотрите на моем канале. Вообще придраться не к чему. А так, моя реакция там заканчивается. Как вам моя реакция вот с этой тяночкой? Да, вот с ней мы были на протяжении этих почти 20 минут. Я думаю, было хорошо, ламповая атмосфера, да, фиолетовая лампа, прекрасные кадры, шикарные персонажи, невероятные лоляхи, тянки, персонажи, здесь все, все хорошо. Всем удачи, ребят, всем пока, и к портусам прощаемся, до новых встреч. Вайтария, респект за трек, вам спасибо за просмотр, кто хочет поддержать, ссылочку найти в описании, друзья мои, а так, до новых встреч, к портусам прощаемся. Желаю каждому найти такую же прекрасную девушку в реальной жизни. Покедова, друзья мои.